Здравствуйте, здравствуйте, гости моего канала. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. С вами на связи Викана. Сейчас я покажу вам расклад. Вот тема моего расклада. Вот серьезно, либо без обязательств. Вот ваш загаданный партнер, либо партнерша. Что же на самом деле, какие же цели? Ведь хочется, да, узнать, а что же все-таки человек из себя представляет, что он хочет в этой жизни, да, в ваших отношениях. Любовь, только любовь, да, все как обычно, основная тема моих раскладов про любовь. Если вам нужны личные расклады, обращайтесь. Расклад показательный, возможно, не может быть иногда таким, как у вас, да, может быть, еще не дошел расклад, говорит, до вашей ситуации. Ну, и в личных раскладах всегда уже точно показывает ситуацию в конкретной паре. Вот давайте основных таких коснемся. Не буду много раскладывать карт. Не люблю, честно говоря, не люблю искать знакомую карту. Не буду. Буду кратко показывать, что значит для него отношения с вами. Давайте будем смотреть. Вот мы здесь видим две интересные карты. Что для него значит отношения? На самом деле он серьезно настроен в этих отношениях. Очень серьезно настроен, но сначала он вас поизучает. Он вам не покажет сейчас себя самого и все, что у него на душе. Понимаете? Это хитрый человек на самом деле. Ну, возможно, натура такая у человека не открываться сразу, либо длительное время. Ну, как же так делать, да, если ты хочешь серьезно, но себя не показывать? Ну, что же такое, да? Вот мы видим пажа жезлов, у него далеко идущие планы. Но сначала поизучает, да, вот что значит отношения. Для серьезных отношений, для серьезных отношений. Также, сразу говорю, будет проверять на секс. Вот здесь для него тема такая, знаете, как раньше, помните, какие-то далекие-далекие годы. Сначала пока секса не будет, как говорится, и отношений не будет, да? Как только узнавали, что не подходит друг другу, сразу разбегались. Вот здесь человек, возможно, консервативный. Вот такая некая консервация. Секс на первом месте. Вот подойдете ему, да, подходите, и тут он для вас готов свернуть горы. Тогда будут серьезные отношения. А может быть, легкомысленно, но на самом деле здесь показывает это так. Дальше, вот знаете, что хотела еще посмотреть? Нуждается ли в большем личном пространстве, либо хочет быть непрерывно с вами? О чем я говорю? Хочет быть отдельно, да? Вот часто быть один. Знаете, как говорят, меньше вместе, больше соскучишься. Но здесь ситуация совершенно другая. Хочет быть вместе. Хочет быть вместе, будет цепляться за вас, звонить, и чтобы, не дай бог, там оставить вам какое-то личное пространство, а вдруг в это пространство вторгнется какой-то другой человек, вдруг мужчина, ну, в смысле соперник, ни в коем случае будет цепляться, даже будет иногда надоедать своим вот этим вот, знаете, навязчивым таким, да, вот ты куда пошла, где ты была, с кем ты была, возьми меня с собой. Ни в коем случае будет очень сильно переживать, когда вы будете уходить, когда вы будете на каком-то почтенном расстоянии от него находиться. Это собственник. Это собственник. И вот давайте сейчас все-таки про интимную жизнь. Знаете, может, кого-то заинтересовало, да? Удовлетворяет ли его вот интимная жизнь? Есть ли какие-то сексуальные желания, которых вы не знаете? Вы знаете, на самом деле все прекрасно, но есть и такие тайные желания. Но аркан умеренности показывает, что он до поры до времени будет о них помалкивать, не расскажет. Даже аркан умеренности показывает, ну, некая такая золотая середина. Да, все бы прекрасно, но готов бы попробовать что-то еще, какой-то клубнички. Вот такой мы здесь видим. Но на самом деле нравитесь, вы ему нравитесь. Но, знаете, суть в том, что он еще какое-то чего-то с вами не попробовал, только это его проблема. Это его проблема, мало ли кто чего хочет, да? Хочешь, скажи, а обижаться, дуться не надо на это дело. Ну, вот Луна всегда показывает, знаете, искушение, затаенность какая-то, и одновременно показывает страхи и фобии, что человек боится в этом, собственно говоря, признаться. И вот сейчас я покажу вам такую кульминационную карту наставим. А какое мнение у человека по поводу открытых отношений
Это украшение называется «без обязательств». Вот просто встречаемся и все. И пока без перспектив. Либо все-таки серьезный настроен человек. Хотя мы это видим, что узнает, что если вы ему подходите в интимной жизни, то будут серьезные отношения. А что же все-таки, во что это выльется? Давайте посмотрим. Вообще прекрасные три карты у нас выпадают. Показывает о том, что мы уже видели вот перед этим, да, что личное пространство ему уже не нужно. Он за вас вцепился, либо вцепится в будущем, просто как за спасительную соломинку, я это так называю. И поэтому ему не надо никаких открытых отношений, он только для серьезных отношений. Они у него в приоритете. Так как со временем, либо, может быть, сейчас вы уже доказали себя как надежная такая, да, такая, знаете, вот любимая женщина. И он это поймет, если даже он это не понял. Вообще вот здесь мы видим туз пентаклей. Туз пентаклей всегда ведет к браку, к брачным отношениям. Поэтому, по всей видимости, как мы видели, интимные отношения, да, может быть, все-таки вы придете к общему единому мнению, да? Вот как вы думаете, вот у вас, вот в ваших отношениях, вы знаете, вот что ваш мужчина полностью вам все об этом рассказал? Вот вы об этом знаете? И пошли бы вот вы, например, вот напишите в комментариях, пошли бы вы бы на такие отношения, вот тоже интересно узнать, на какие-то искушенные отношения, да. И если, например, вот тоже, кстати, хотелось бы знать, вот какое у вас мнение, если вам мужчина предложит еще что-то, то, на что бы вы ни пошли, вы бы согласились, и тогда бы он сказал, да, вот ты моя судьба. Понимаете, вот бывает такое, вот такая вот фобия у людей, чтобы либо какие-то вот навязчивые мысли, что я должен полностью себя, как говорится, ну, посвятить этой женщине, но она должна пойти тоже на мои какие-то условия. Вот тут в чем вопрос. Вот вся подоплека вот этого расклада, я вижу, что это интим. Здесь для него он очень важен. Но здесь, в принципе, расклад показывает, что все-таки этот вопрос должен решиться. И вот видите, здесь вот все идет к браку. Вы разберетесь, наверное, в этой ситуации. Но все равно интересно знать, как вы вообще к этому относитесь? Как вы вообще относитесь вот к такому, что вот мужчина оценивает женщину именно по интимным показателям? Как вы думаете, это важно вообще в отношениях? Это может играть каким-то скреплением отношений? Либо, может быть, у вас у самой тоже есть что-то такое, что есть предложить этому человеку? Вот давайте, если кто-то хочет, пожалуйста, напишите. Мне будет, кстати, очень интересно узнать все-таки вообще вот эту тему. Все, мои дорогие, я закончила расклад, и вот такой расклад, он получился вот такой вот, с такой темой, щепетильной, да, вот, поэтому я буду другие расклады делать, и вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях, какие бы вы расклады хотели бы еще, чтобы я вам сделала, может, кого-то что-то еще интересует. Если я сочту тем, что эта тема будет интересна многим, пожалуйста, я ее буду развивать и сделаю расклад именно на эту тему. Всего доброго, мои дорогие, любите и будьте любимыми. С вами была Викана.